Приветствую вас, дорогие мои друзья! С вами опять я, Татьяна Шаманова. Сегодня у нас коротенькие онлайн-гадания на тему работы. На тему работы по поводу того, что будет и что может измениться. Это касается и тех, кто работает по найму, и у кого свой бизнес, и у кого, допустим, на данный момент пока нет работы, но она может появиться через какое-то определенное время. Кстати, по поводу времени, лапочки мои, обязательно вы его зафиксируете. Вот, загадайте, что вот именно какие изменения произойдут у меня на работе или в плане профессиональной деятельности любой, настоящей или будущей, в такой-то определенный период. Так, три варианта у нас будет, и варианты будут обозначать карты оракула затмения. Три карты сейчас выложу. Первый вариант, второй вариант и третий вариант. Вот, либо по циферке можете, либо, ну, в смысле, первая карта будет цифра 1 и так далее, либо как уже вам сердце подскажет, то есть на какую карту упадет ваш глаз, ту и выбирайте. Вот, ну, может, у кого-то, допустим, есть и работа по найму, и есть какой-то домашний бизнес. Можете два варианта таких. Одну карту на одну деятельность, а вторую карту на другую деятельность. Итак, какие изменения ожидают вас в загаданный период вашей профессиональной деятельности? Начнем. Кто не успевает, нажмите на паузу, а потом прослушайте свой вариант. Ну, а я, пожалуй, начну. Итак, первая карта или первый вариант. Тучи выпали. Тучки. Интересненько. Чем они нам тут шепчут? Так, сейчас тут маленько отрегулирую. Ну, вы уже понимаете, что, исходя из картинки, что в профессиональной деятельности могут возникнуть какие-то нюансы. Ну, для кого-то это проблемы, для кого-то какие-то сложности, трудности. Кстати, проблемы или трудности могут быть в виде аврала, причем добровольного аврала, или, допустим, обстоятельства так сложились, или начальство, или конкуренты что-то на вас нажали, и так далее, и тому подобное. Вот. То есть это, как говорится, фон. Фон, который может быть в загаданный ваш период именно в вашей профессиональной деятельности, в вашей профессиональной сфере. Ну, а теперь давайте расшифруем. Что же такое это может быть? Так, паж чаш, рыцарь чаш и императрица. Ну вот смотрите, мои лапочки. Карты очень положительные. Очень положительные. Так в чем же проблема? Оракул затмения нам что-то там сгущает краски. Таро Арканум говорит, да нет, в принципе-то все нормальненько. Все окейюшки. Ну, с чем это, почему это может быть так? Ну, во-первых, тучи. Тучи – это могут быть ваше настроение, ваше внутреннее состояние, ваши страхи. Ну, может, где-то что-то накосячили, да? И, соответственно, ожидаете раскрытия ваших погрешностей и, естественно, наказания за это, да? А карты говорят, нет, в принципе, все обойдется, либо кто-то вас выручит, либо проблема пройдет стороной,
либо в ситуацию или в обстоятельства вмешается какая-то персона, которая вам покровительствует, вас поддерживает, и, соответственно, она вам поможет либо избежать негативных каких-то ситуаций, или последствий, точнее, последствий, или поможет эти ваши погрешности устранить. Ну, для тех, кто не работает, друзья мои, здесь может речь идти о том, что вы не надеялись получить работу, да, или устроиться куда-то, но ситуация сложилась таким образом, что либо кто-то вам помог, кто-то за вас подходатайствовал, или просто вы кому-то понравились. Ваша энергетика, ваша личность, ваши какие-то профессиональные навыки. И, в принципе-то, все сложилось просто замечательно. Что еще может быть? Что еще может быть? Вот, знаете, те, кто мечтает или намеревается получить какую-то более высокую должность, более высокооплачиваемую, да, и в связи с этим связаны ваши переживания, ваше вот такое настроение облачное, то, в принципе, друзья мои, можно сказать, что все сложится благополучно. Вы получите эту должность, получите, вам ее предложат. За вас, может, даже походатайствуют, за вас заручаться и так далее и тому подобное. Если кто-то намеревался устроиться, перейти на другое место работы, вот, и в связи с этим ваши были переживания, потому что там, может быть, конкуренты были, то есть еще какие-то соискатели или желающие занять это место отсюда, как говорится, ваше вот такое не очень, как бы это поточнее сказать, не очень хорошее душевное состояние, да? Ну, правильно, мы же переживаем, а вдруг сорвется, а вдруг не получится, а ведь хочется вот туда, вот хочется и то-то, и другое, и третье, и десятое. Вот, но много препятствий, много каких-то обстоятельств, ситуаций, которые могут не позволить вам перейти туда, куда вы хотите. Вот. То есть уволиться может с одной работы и перейти на другую работу, или с одного филиала в другой филиал и так далее и тому подобное. Карты показывают, да все будет замечательно, мои хорошие, все будет просто замечательно, все будет так, как вам надо, как вы хотели, но, скорее всего, с помощью какой-то поддержки. Ну, в принципе, тут может речь идти о том, что вмешаются еще и высшие силы. Небеса все-таки старший аркан, вот, он нам показывать, что, может, какая-то птичка вам в этом плане поможет, ну, я имею в виду не буквально, может, это птичка как информация, а может быть, птичка показывает и как высшие силы, то есть вот повезло, одним словом, повезло. Вот такие пирожки, друзья мои, по работе. Ну, огорчаться вообще тут повода абсолютно никакого нет. Ну, если у кого-то из вас есть действительно какие-то, допустим, переживания по поводу работы. Ну, во-первых, чтобы карты не сказали, друзья мои, имейте в виду, что это все-таки общий расклад. И чтобы узнать точно, что касается именно вас, ну, тут надо делать, конечно, личный расклад, индивидуальный расклад. Тогда будет картина уже более корректная, чем, допустим, общий расклад. Но, тем не менее, иногда и общие расклады очень хорошо резонируют. Тут у кого как. Ну, ладно, идем дальше. Кто у нас выбрал второй вариант или вторую карту? Здесь у нас выпало письмо. Ну что ж, ждите новостей, мои лапочки, ждите новостей. Ждите каких-то сообщений, какую-то информацию. Здесь все, что хочешь, может быть. Возможно, вас начальство пригласит и предложит вам какие-то другие варианты. Предложит повышение или перевод куда-то.
Кто-то из вас может получить сообщение, что вас ждут в другом месте, особенно кто проходил, допустим, собеседование, да, то в данном случае карта говорит «да». Что-то вы узнаете. Что-то вы узнаете. Ну, у меня такое ощущение, что речь, конечно, идет о чем-то хорошем. О чем-то хорошем. Ну, давайте расшифруем поконкретнее, о чем тут идет речь. Так, рыцарь чаш и шут. Ну вот смотрите, действительно новость какая-то придет в загаданный вами период. Кстати говоря, не забывайте про период. Вот. Что конкретно вот такой-то период, ждут ли меня какие-то изменения. Ну, что-то горло у меня стало подводить. Прошу прощения за голос. Но тут уж, говорится, ничего не поделаешь. Так, новости будут, конечно, или информация будет для вас действительно очень новая. И она может коренным образом поменять что-то в вашей профессиональной деятельности. Ну, если кто-то собирается устроиться в загаданный период или перейти в какую-то уже намеченную вам фирму, то да, карта шут говорит да, у вас будет обновление, у вас начнется новая деятельность. И знаете, вот скорее всего, не исключено, что это будет для вас что-то новое, и вам придется учиться этому новому. Может даже, знаете, на какие-то курсы придется пойти, то есть пройти какой-то цикл обучения. Либо работа будет связана с командировками, с разъездами, и это не исключено. Угу. Ну и такое еще ощущение, что вот эту новость вам принесет некий персонаж. Но персонаж, он к вам очень хорошо относится. Он как бы о вас беспокоится, о вас заботится, вам, может быть, покровительствует, вполне возможно. Продвигает вас в вашей профессиональной деятельности. Ну, по мере сил, конечно, по мере сил, возможностей. Вот, ну, делает все, что только возможно. Да, кто-то получит приглашение, может даже из-за границы получит приглашение, если вы резюме подавали, вот, или из другой фирмы, или ваш руководитель что-то вам новенькое предложит. Может даже, знаете, действительно пройти обучение и перейти на новую должность с новыми должностными обязанностями. Ну, в любом случае, мои хорошие, изменения будут. Изменения, возможно, вас удивят. Может, даже, знаете, придется хорошо подумать, потому что есть будет некий элемент риска. Риска потерять что-то вот уже приобретенное и вами имеющееся. И, так сказать, и пойти на место, где неизвестно, чем дело закончится. И неизвестно, получится ли у вас это. Вот такой, друзья мои, риск. Ну, либо риск, что люди, которые вас туда позвали, могут подвести вас, то есть не предоставить вам те условия работы, которые вам пообещали. Ну, либо зарплаты, либо сами условия работы. Ну, вот какой-то риск будет. Вот такие пирожки, друзья мои. Ну, изменения точно будут. Вот именно в тот загаданный вами период, который вы себе и наметили. Ладушки, пойдем дальше. Что у нас там? Что у нас там? Третий вариант или третья карта. Так, бесплодие. Ну, уже само слово, сама картинка, она намекает на бесплодность или тщетность каких-то ваших усилий. Вот. Каких-то усилий. Но здесь больше речь идет о каких-то желаниях ваших. Ну, либо перейти на другое место, либо внутри себя чего-то добиться.
либо зарплаты, либо поменять условия работы или еще что-то. То есть получить некие изменения в вашей профессиональной деятельности. Вот. Но карта как-то говорит, что именно в загаданный период будет это делать сложновато. По крайней мере, может быть, тем способом или тем методом, которым вы собираетесь вот эти изменения произвести. Угу. Ну, давайте смотреть, что там у нас второй аркан скажет. Тут еще, знаете, может быть, с чем связано? С вашими какими-то усилиями освоить какой-то участок, получить какие-то навыки. То есть в загаданный период вполне возможно, что это будет сделать нереально на том уровне, на котором требуется. Понимаете? Вот именно на котором требуется. Ну ладно, давайте смотреть, что там у нас дальше. Так, семерка мечей и верховная жрица. Ну вот видите, карты тоже в унисон с оракулом говорят, что есть некие сложности, будут некоторые сложности, вот, и придется вам покумекать в том плане, что поменять, как я уже сказала, способы и методы подхода к решению вашей задачи, вот, или достижение цели какой-то, ну, либо найти более оплачиваемую работу, перейти на более высокую должность или еще что-то, или выполнить какой-то проект в сроки, которые вы бы хотели выполнить, или договориться с начальством о чем-то, понимаете, чтобы он принял, этот начальник, ваши какие-то условия или ваши предложения, вот. То есть напрямую вряд ли получится все это произвести, как сделать. И надо действительно очень хорошо помозговать, о чем нам семерка мечей говорит. Не исключено, знаете, что еще? Может, трудность будет связана с какими-то закулисными играми, с интригами. Вот. Может, еще кто-то заинтересован в том, чтобы у вас ничего не получилось. Такое тоже часто бывает. Поэтому надо быть внимательным, бдительным. И не, знаете еще что? Вот верховная жрица, все-таки как старший аркан, она намекает, что, возможно, у вас не хватает какой-то очень нужной информации, скрывающейся от вас информации. Угу. Нет у вас каких-то знаний. Неважно чего. Также верховная жрица может показывать и действительно, что у вас за спиной что-то такое там шуршит, что-то делается, вот, чтобы препятствовать исполнению ваших желаний. Ну, сложно, друзья мои, сложно. То есть изменения, ну, тут вот у меня больше, знаете, все-таки ощущение, что трудности связаны с исполнением ваших желаний. Да. Ваших желаний. Либо надежд на улучшение какой-то ситуации, на изменение какой-то ситуации. Вот бывает же, что мы вот работаем, да. Вот хочется, чтобы зарплату повысили, да. Или как-то вас отметили. Или передвинули по должности, или премию выдали, какие-то бонусы, да? Особенно если близок, скажем так, расчетный период, когда вот именно вам это выплачивается, или решается вопрос о этих всех плюшечках. И вот в результате карты говорят, что, ну, если будете просто надеяться, то у вас может не получиться.
Либо зря надеетесь, потому что чего-то вы не знаете, что что-то от вас скрывают. И тут, как говорится, нужно использовать все ресурсы свои, чтобы узнать, быть в курсе, что происходит. Вот. И что нужно сделать, чтобы получить свое. Вот такие пирожки. Ну что ж, мои лапочки, спасибо вам за внимание. Как говорится, учитывайте, что это общий расклад. И чтобы что-то узнать, надо все-таки, наверное, делать личный расклад, чтобы было более корректно. Но, тем не менее, может у кого-то и срезонировать. Да. Бывают такие настроечки, прямо диву даешься, когда таролог прямо описывает твою картиночку. Вот такие пирожки. Ну ладно, всех вам благ и до новых встреч!